Здравствуйте. Но я не всегда ему следую. Танцы — это? Это мое все. Что часто пишут твои поклонники? Что они меня очень любят и просят мяукнуть. Самое неожиданное предложение, которое поступало к тебе? Реклама казино. Как-то Антон Пануфник ответил на мой вопрос для «Минуты из жизни». Самое безумное... Самый безумный поступок – это я уехал к Доценко в Краснодар. Какой твой самый безумный поступок? Слева на диванчике. Я не знаю, у меня какие-то в последнее время все поступки чуть-чуть безумные. Нормально. Нормально. Если бы вы написали книгу о себе, как бы она называлась? Ну, капец. Я не знаю. Кем хочет стать ваша дочка? Она начала хотеть стать такой же, как я. Какую страну вы мечтаете посетить, но еще там не были? Штаты. Однозначно Штаты. И веришь ли ты в потустороннюю силу? Но если она есть, то это очень прикольно. Пожалуйста, совет дня нашим телезрителям. Прямо в камеру можно. Все будет классно, улыбайтесь. Спасибо большое. Пока-пока.